Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы продолжаем с вами играть Новый Горизонт Грехтеха. И сегодня бы, знаете, я хотел бы заняться тем, что получать энергию уже, ну, не так, как раньше. То есть, помните, там постоянно уголь пережигал, дизель, ну и все, знаете, это как-то, ну, обыденно. Ну и, если честно, муторно было все это ручками все делать, я хотел бы это автоматизировать, все это дело. И что для этого нам потребуется? Во-первых, я перенес, наконец-то, свою печку отсюда, все ее убрал отсюда и поставил вот сюда. Смотрите, вот это чудо-система, что я пока что, ну, сотворил. Потратил, конечно, на создание этого всего дела немало времени и ресурсов. Итак, во-первых, пар у меня уже поступает сюда, и я уже энергию перевожу. Вот, смотрите, моя печка работает на криозоте. Уже разогрелась до 900 градусов. Воды хватает. Главное учесть, чтобы воды хватило, потому что если не хватит, она взорвется просто-напросто. И поставил, короче, снизу на криозотную трубу вот такой вот переключатель, и по сигналу редстоуна тыкаю на рычаг, и труба перекрывается. Вот сейчас вам продемонстрирую. Вот, смотрите, труба отсоединилась, и криозот перестает поступать. Таким образом, я могу в любой момент отключить печку. Ну, только останется внутренний буфер, который будет сжигаться. Но все-таки как-то так. Ну, вот, собственно, первое. Я перевожу криозот в пар. Пар в энергию. И я сделал Advanced Steam Turbine. Кстати, пар уже начал копиться. Видимо, да, буфер уже заполнился. Это хорошо. Вот, и, собственно говоря, я на 128-вольтовую турбину поставил сразу близко к резервуару, чтобы он сразу максимально мог черпать из резервуара максимальное количество пара. Этот пар переводится у нас в энергию, и эта самая энергия у меня расходится в разные стороны. Во-первых, в эту сторону пока что у меня стоят здесь 128-вольтовые машинки, но ничего страшного, я их потом в другое место переставлю. А это просто, знаете, для крафтов стоят, и все хорошо. Кстати, да, я сделал все-таки себе экструдер. И вот куча формочек, куча стали. Стэк стали ушел на эти все формочки. Просто ужас. Кстати, сейчас энергии у нас полно, и мы можем даже закинуть немножко алюминия, например, штучек 5. Нам как раз сегодня для крафтов это все нам пригодится. 6 штучек, не знаю, буду рисковать закидывать или нет, но постараемся сейчас. Раз... 5 штучек, все, пусть идет туда. Итак, 128 вольт из батареи буфера у нас выходит. Ну, 128 вольт в эту сторону уходит. Я, кстати, один Energy Hatch убрал, вот, стороночку. Ну, потому что он много слишком энергии ел. И чтобы он работал, нужен батареи буфер, чтобы он рядом стоял, чтобы только туда уходили наши амперы. Но в моей системе тут амперы уходят и в другую сторону. В общем, поставил трансформатор, который понижает на 32 вольта. И он питает все эти мои машинки. И в итоге рассказываю, что у меня здесь происходит. Это у меня система по производству дизеля. То есть я вот произвожу сульфурик light foil и сульфурик heavy foil. По рычагу я тыкаю, что мне из них нужно, и это мне поступает. Поступает, очищается через водород, и сюда поступает уже нужная капсула Light Fuel, либо Heavy Fuel. Они уже совмещаются, и получаются у меня сразу дизельные капсулы. Это все так компактненько сделал, давайте расскажу, как это у меня все произошло. Во-первых, поставил я два дистиллятора. Один у меня со второй микросъемкой, другой с первой микросъемкой. То есть этот производит heavy foil, этот light foil. Ну, я не буду уже говорить сульфурик, потому что и так понятно. Итак, после того, как они перерабатывают как? Я поставил здесь по помпе. Помпы выкачивают нефть в нужных количествах и перерабатывают. Дальше дистилляторы отдают наверх свою жидкость. Здесь я уже запрятал, если честно. Давайте, да, сделаю так. Возьму я монтировочку и подковыриваю, так сказать, все свои спрятанные вещи. В данном случае трубы. Там у меня стоят трубы, чтобы это красиво смотрелось, я их запаковал. Итак, здесь у меня стоят трубы. Они уходят. Да блин, и тележки не взял. Грубо говоря, раз, за турбины два и вниз три. С другой стороны точно так же. То есть я поставил помпы на них.
Эй, блин, вот ненавижу, когда вот сейчас новую сумочку, у меня все попадает туда. Неудобно. Вот, в общем, по три трубы, снизу стоят помпы, которые выкачивают жидкость, но с этой стороны, опять же, они доходят вот до этой трубы. Снимем. Вот она труба. Здесь я поставил перегородочку, чтобы вот в эту сторону у нас обратно не уходила жидкость. Здесь у меня стоит муфтер. Там стоит у меня конвейер-модуль, который позволяет перекрывать, если нужно, мне трубу. То есть, и здесь у меня стоит тоже модуль с рычагом. И в итоге, когда я тыкаю на рычаг, подается сигнал редстоуна, модуль открывается, и в мою машинку, вот она стоит, Basic Connect Machine, попадает та или иная жидкость. Эта жидкость у меня закидывается в капсулы. Эти капсулы по трубе перекидываются в химиореактор и очищаются. То есть так, немного автоматизировал, постарался сделать более компактно, чтобы меньше машинок вообще стояло. И ну, посмотрим, что из этого получится. Еще ни разу не включал эти рычаги. И давайте посмотрим. Нам, например, тут не хватает... Ну и то, и того не хватает. Давайте вначале начнем с Heavy Fuel. Возможно, только я знаю недостаток, что да, жидкость будет у нас вот нечетная. Это, блин, это все благодаря трубам чертовым. Потому что у них там пропускная способность не по ведру, а чуть больше. А, здесь автоотдачу поставить нужно. Отдавать ты будешь? Алло? Что-то он отдавать не хочет. А если еще нальем? А, вот, да. Когда она работает, она может спокойно отдавать. Здесь наши капсулы очистились. Кстати, вот тут еще один недостаток. Но, ну как недостаток, можно и просто по-другому делать. Берем мы с вами тележку. Здесь я, конечно, водород уже нацедил. Ну, сколько мог. Мне просто водород нужен для этого всего дела. По-другому его пока я не могу получать. Ну, могу, только там слишком геморно. В эту сторону... Ой, ставим капсулу. Наш химреактор забирает водород с нашей цистерны. Все шикарно. Водород пополнился. Буду иногда пополнять. После переработки, как вы помните, там еще жидкость выделяется. Снизу я поставил трубу, которая вот в наш... Вот сюда к нам всю жидкость и перекидывает. Здесь у нас хранится весь гидросульфур. Гидросульфур. Вот. И вот мы получили с вами Heavy Fuel. Ну да, кстати, я не учел то, что тут у меня будут остатки оставаться. Вот такие, видите, неприятные 106. Эх. Но если вам не принципиально, вы можете воспользоваться двумя случаями. Либо откачать лишние, так сказать, ну, сотые детали. Ну, да, либо снять машинку, но это тоже проблематично. Либо же, опять же, истратить всю с одной стороны, с другой стороны. Ну, для этого вам нужно куча капсул. Ну, для меня не принципиально вот эти 106 делений, да, по факту. Кстати, надо будет, знаете, потом я, наверное, сделал какую-нибудь систему, чтобы отсюда в нужный момент, опять по переключателю, можно было бы откачать жидкость, то, что тут находится. И она бы распространялась либо туда, либо сюда. Да, я так и сделаю, но не сейчас. Да, это хорошая идея, как раз у нас место сверху позволяет. Просто шикарно. Так, и второй Light Foil. Пошел. Капсулы поступают, их и, ну, этих капсул нужно по 3 штуки в крафт закидывать, а сюда нам вроде по 4 нужно. Жидкость, как вы видели, сюда ушла, только почему-то не поступает. А, вот поступает, сюда тоже, смотрите, уже 4 есть, ага, вот. И дизель у нас получается. Очень компактно, очень удобно, мне понравилась система, но еще доработать и вообще будет шикарно. Опять у нас ночка тут находится. Поспим и вернемся. Итак, как бы хотел бы доработать эту систему? Я бы хотел бы поставить все-таки сюда дизельный мой генератор, который я вот снял там у себя. И чтобы тоже батарейка у нас питалась от него. Но, как мы уже проверили, 128-вольтовый батарей-буфер может принимать из дизельного генератора 32. И это неплохо. Здесь у нас... Давайте посмотрим по электроэнергии, что у нас. Отлично.
алюминий, кстати. Во, 18 штучек, шикарно, то, что нам нужно, кстати. Итак, как мы тебя будем ставить? Кстати, тоже хороший вопрос. Ладно, так уж и быть, его поставим тоже мы в эту сторону. Повернем. Отлично. Теперь это все дело нам нужно будет в него поступать, чтобы в него поступали наши капсулы. Либо сами будем закидывать. Вот одно из двух, что лучше. Хотя, с другой стороны, можно пока и самому закидывать, почему бы и нет. Шикарно. И обратно капсулы вот сюда закидываем. Отлично. Теперь опять же у нас энергия вырабатывается еще лучше. И это просто прекрасно. Дальше. От этой системы я бы хотел бы питать уже и ту мою систему. То есть, чтобы отсюда энергия уходила туда. Как это лучше сделать? По факту можем провести провода туда-сюда. Но это слишком очень затратно. Много всего тратится. И чтобы такого не случилось, я бы хотел бы сделать трансформатор 128-вольтовый. И его поставить на повышение. И этим трансформатором 512 энергии в тик мы будем передавать сюда. И тут же опять его переводить в 128 и в 32. И в итоге отсюда энергия уйдет сюда без потерь так таковых. И это хорошо. И для этого нам потребуется как раз 18 алюминия. Мы возвращаемся на базу. И что мы будем с вами делать? Во-первых, все 18 штучек мы пустим с вами на плиты. 4 штучки еще берем. На пластины, хотя сказать, да, не на плиты. И трансформатор сейчас поищем. Сейчас подумает трансформер. Так сказать. Не то пальто. Хим какой-то. Так, еще раз. Medium voltage. Вот. Это то, что нам нужно. Для этого нам потребуются золотые проводочки. И, разумеется, купер проводочки. Так, а золотые проводочки у меня есть? Нет? Нету. Раз, два. Закидываем сюда. Тут же их мы с вами должны закинуть в ассемблер и сразу обмотать резиной. Нам потребуется 4 резинки. Откройся. Экстрактим. Резина залилась. Потом нам потребуется микросхемка. Так, лишнее опять же скидываем. Микросхемка 24. Да хватит. Так, 24 есть. Да блин. Сейчас бы что-нибудь скрафтил лишнего. Ну вот, проводочки у нас золотые почти готовы. Так, это мы забираем. Давайте сразу сделаем корпуса. Нам потребуется ключ. Сразу два трансформатора. Как сразу забабахнем? Будет шикарно. Раз, два. Машин хул есть. Дальше, раз, два, три, четыре. Лишнюю поставил. И нам осталось только золотые проводочки отсюда забрать. Так. Трансформатор готов. Шикарно. Итак, что будем с этим мы с вами делать? Давайте начнем с того, что... давайте вот с этой стороны. Почему бы и нет. Туда мы в любой момент успеем. Здесь дизельный генератор можем даже снять. Потому что... он уже пустой, ну и будет питаться совсем по-другому у нас. Здесь я уже даже делал проводочки, разумеется, которые передают 512 вольт. Это у меня получилось серебро в обмотке. И сделал одножильные их, потому что, ну, все-таки повышающий трансформатор поддает всего лишь 1 ампер, не больше. И поэтому одножильные. Итак, вот наш battery buffer, да? Так, у меня где-то еще один был трансформатор. Сейчас возьму его. Трансформатор. Вот он. Отверточка вроде нам нужна. Итак. Смотрим. Вначале ставим 32. Он у нас. Так, не отверточкой. Или отверточкой. Так, все вниз. Секунду. А, либо... Тобой нужно кликнуть. Нет, подождите. Я забыл, как менять режим его.
Софмали-то, может быть. Так, ну точно не хаммером, не напильником. Ну, возможно, да, все-таки софтмалетом. Эрос. Да, переключил, теперь он шикарно. Теперь нам нужно сделать как? Принимает он энергию снизу. Главное, знаете, вот здесь с трансформаторами не намудрить и сделать все аккуратненько. Так, извиняюсь, ошибся. Здесь нам не нужно повышать. Он все-таки принимает снизу. Дальше. Нам трансформатор. Здесь мы ничего не повышаем. Мы тут, наоборот, понижаем воль. Отсюда мы принимаем 512. Но в итоге отсюда к нам приходит 512. И он раздает разные стороны 128. Отсюда он принимает 128 и по бокам раздает 32. В итоге все, надеюсь, верно поставил. И теперь у нас должно все заряжаться. Ну, тут, ладно, чуть позже мы подключим это все дело. Сразу не решусь. Здесь нам потребуются кусачки. Итак, смотрим. Здесь как минимум у меня всегда будет 128. Пока что 128 батарей. Он копит себе энергию. Вниз отдает, кстати, вот здесь бы я бы еще один баттери-буфер поставил, но ладно, бог с ним. Потом, наверное, переставлю. Да, потом переставлю. В итоге, 128 идет сюда, отдает сюда 32, сюда 128. И только потом у нас идет понижение. То есть мы с вами... Вот тут где-то у меня... Да, вот проводочек уже есть. В итоге, вначале нам нужно будет поставить 128. Ага. 128. Главное, знаете, вот в этом деле ничего не перепутать. Его мы на повышение ставим. То есть он со всех сторон по факту должны прийти 128 и передать это все в 512. То есть отсюда у нас уже будет выходить 512, да? Да, все верно. То есть 128 приходит, с 512 уходит. Подключаем мы с вами кабеля. Только не взрывайся ничего. Главное, чтобы было все аккуратно. Ай, опасно, опасно. Ну, вы знаете, какой я электрик, блин, черт, а? И здесь подключаем. Так, смотрим. Энергия, смотрите, все я сделал правильно, шикарно. Теперь нам нужно переночевать. Но, блин, это просто реально опасно. Так, после моих всех проб и ошибок, которые я на других серверах сделал, но у меня сейчас просто, знаете, поджилки тряслись. Главное, подключил энергию, теперь поступает к нам сюда. То есть, мы теперь можем от этого кабеля, этот кабель, точнее, распространять по базе, например, переставить нашу Blast France вот куда-то сюда, куда я хотел, да? Да, как раз есть стекло, точнее потолок. Вот сюда поставить и энергию легко передавать. Хорошо. Так, эти дырочки теперь нужно просто аккуратненько закрыть. Ну ладно, потом дозакроем. И здесь аккуратно трансформатор стоит. Ой, шикарно. То есть он, этот наш battery буфер питает это. Это и то. Отсюда у нас уходит, конечно. Ну, нам хватает ампера и на это. Да, все хорошо, шикарно. Здесь дизель. Все-таки с дизелем нужно что-то решить. Так как у нас есть еще один дизельный генератор. Его мы тоже повернем вот в эту сторону. И тоже у него 12 капсул закинь. Ну, у нас будет сейчас энергии просто дофига, если честно. Работает, работает пар. Что у нас там по пару? Я не люблю, когда у меня печка вообще... Ой-ой-ой, ладно. Пока хватит поступать. Теперь кразот перестанет поступать со временем. Здесь у него пока водичка копится, это хорошо. Ну, конечно, некрасиво, но потом сделал совсем все по-другому. Это дело на скорую руку, так как у меня энергия уже заканчивалась. И пришлось так действовать. Ну а на этом мы закончим данную серию. Продолжение будет уже в следующей серии. Ставьте обязательно большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. И до следующей серии. Всем пока.
Пока-пока.